В эти минуты в центре Кишинева собрались несколько тысяч представителей оппозиции. Они пришли к зданию парламента, где сегодня утвердили новый состав правительства. Участники митинга принесли флаги Молдавии и транспаранты. В адрес властей звучат обвинения в коррупции и требования провести досрочные выборы в парламент. Новый год в стране начался без правительства. На фоне глубокого политического кризиса прежний кабинет министров был отправлен в отставку в конце октября. Официально назначение нового должно было состояться только завтра. Но, как стало известно оппозиции, депутаты решили провести заседание сегодня, не придавая это огласке. Новое правительство Молдавии утвердили за считанные минуты. На посту главы кабинета депутаты поддержали представителя Демократической партии Павла Филиппа.